Монета Петра Алексеевича, отчеканенная в период с 1696 по 1717 год. Монета весила 0,28 грамма. Это копеечка у нас. Так. Вот для сравнения я сравним ее с копейкой Бориса Федоровича Годунова 1598 года. 1605. И вот сравним размер. Копейка Петра ровно в два раза меньше. Вот это вот возьмем. Вот как получилось. Петровские монеты стали меньше. Петровские копейки. Ровно в два раза. Копейка Бориса Годунова весила 0,68 грамм. А Петровская стала весить 0,28. Вот такое сравнение. Сравним его. Вот такие у нас монетки. Копейка от чего и начала. Получила свое название копейка. Из-за всадника, из-за фигуры всадника с копьем. Как мы видим, состояние монет очень хорошее. Монеты тогда чеканились очень простым способом. Из серебра изготавливали проволоку, нарезали ее на куски. Куски плющили, получалась заготовка. Заготовку устанавливали в нижней клише, а верхней били по заготовке. Получалась монета. Монета получалась неказистая, из-за чего в народе получила название чешуя или чешуйка. При одном клише монетки получаются все равно немножко разные. Из-за чего их интересно коллекционировать. Здесь у нас около 50 монеток. Петра Алексеевича. Серебряные копеечки. Монета довольно тоненькая. Вес, напомню, 0,28 грамма. Треть грамма. Состояние отличное. Это сильно сплющено. Вот по отчеканенным буквам в каталоге уже более точно можно установить и год, и монетный двор. Также точно можно установить, в каком городе именно была отчеканена. Вот по этим буковкам. Это все в каталоге уже есть. Кому интересно, может к этому обратиться.
Это не буковки. Монеты красивые. Все немножко разные. Петровские копеечки. Серебряные. Одни из первых денег российских. Вот так они выглядели. Тогда еще не было строгой формы. Чеканили их вручную. Вот такие монетки. Это не буковки. Под конем. Под фигурой коня указаны буковки. Это здесь у нас. Ну какой здесь рельеф. Все, всем спасибо за внимание.